предлагаю вам ознакомиться с продуктом от компании «Коралловый клуб» AquaOx. Значит, такая упаковка, в которой насчитывается 60 капсул. Состав одной капсулы: экстракт плодов граната 200 мг, экстракт плодов асаи 200 мг, экстракт плодов какао 40 мг, экстракт листьев розмарина 20 мг и вспомогательные компоненты. Этот продукт назначается для стимулирования мозговой деятельности, улучшения кровообращения, повышения умственной работоспособности и укрепления сердечно-сосудистой системы. Предлагается вашему вниманию продукт от компании Coral Club AquaOx. Здесь видно этикетка, хорошо. Значит, пить AquaOx одну капсулу утром и одну капсулу в обед во время еды. Показано, где производится этот продукт. Он производится, так как компания канадская, он производится в Канаде. Вот адрес указан и состав. Состав указан вот на этой этикетке. Значит, только натуральные продукты используются в этой компании «Коралловый клуб». То есть все то, что, так скажем, не химические продукты, не те, которые производятся на химических предприятиях, вытяжки какие-то делают там из каких-то химических составов, делают там искусственные витамины или еще что-то. Здесь все только натуральное в компании «Коралловый клуб». Значит, вот здесь еще вам покажу сертификаты, которые, при помощи которых эта продукция попадает на территории других стран. Вот здесь по таможенному союзу, в который входят Республика Казахстан, Республика Беларусь и Российская Федерация, очень важный таможенный сертификат. Вот здесь все видно. Можно остановить кадр и прочитать внимательно. Я прокручиваю. Вот здесь можете остановить. По рекомендации по применению взрослым одна капсула два раза в день во время приема пищи утром и в середине дня. Продолжительность приема 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. Срок годности 2 года. Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном от детей месте при температуре не выше 25 градусов по Цельсию плюс. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Я бы сказал, что противопоказаний как таковых просто не существует. Нужно разумно пользоваться продуктом. И если сам в чем-то сомневаешься, просто проконсультируйся. Благо, консультации для тех людей, которые зарегистрированы в «Коралловом клубе», они бесплатны. И если кому-то нужна консультация, ко мне можно обращаться и по Вайберу, и по WhatsApp, и через YouTube-канал. И даже если вы находитесь на другом континенте, я проконсультирую бесплатно. Благодарю за внимание.